Всем большой привет! Сегодня хочу показать вам, из чего состоит Junk Journal Kit, такой набор материалов для создания блокнотика в стиле Junk Journal, который можно приобрести в моем магазине на Etsy. Сразу скажу, что это материалы не мусорные, да, как таковые. То есть это все материалы из моей собственной коллекции, все материалы достойные, красивые. Здесь нет ничего такого, что я бы не могла использовать сама в своих работах. Итак, первое, что я вам покажу, здесь будет вот такой отрез льна. Он достаточно большой, это сырой небеленый лен. Его можно использовать либо же как на обложку винтажного вашего Junk Journal, либо же использовать его на ленты, то есть можно его разрезать на ленты, использовать для разделителей, вот такого плана разделителей, которые я делаю в своих блокнотах, либо же можно сделать из него карманчики. Также для кармана будет кусочек хлопковой ткани, какой-то винтажный кусочек, который отлично подойдет на маленький карманчик. Также здесь две вот такие штапельные шеби-ленты, широкие, вот такие, точно такого же цвета, как я использовала в своем блокнотике. Также из мелкого здесь будет 4 деревянные пуговицы, 2 металлические подвески и 1 камея. Далее здесь будет 10 разных кусочков кружева. Здесь есть вот такое, это настоящее винтажное кружево. Досталось оно мне по наследству от свекрови. И такое кружево я также использую в своих блокнотиках для создания вот этих разделителей. Еще кусочек коричневого хлопкового кружева. Далее лента, состоящая из 4 вот таких хлопковых элементов. Можно разделить на элементы, использовать для декора. Далее будет кусочек вязаной салфетки. Можно использовать целиком, можно делить на фрагменты. Хлопковое шитье. Вот такой вот очень красивый ажурный элемент. Далее вот такая вот сеточка. Кусочек кружева. Можно это кружево использовать в таком виде, можно состарить его в кофе. А я для своих блокнотиков состаривала это кружево в кофе и затем делила его на кусочки и также использовала в работе. Вот, например, вот здесь у меня элемент из этого кружева также использован. И также еще одно вот такое вот очень красивое кружево. Здесь такой кусочек. Можно использовать любую из его частей. И также я это кружево использовала в своей работе. Вот оно у меня вот здесь, на этом блокнотике. И далее бумажные. Бумажные разные дела. В принципе, что остается только для этого блокнота, это только состарить обычную офисную бумагу. А уже все остальное здесь есть в достаточной степени для того, чтобы сделать блокнотик. Итак, у нас начнем с конца. Есть вот такие вот листы, они, кстати говоря, двойные, что удобно сразу вставлять в переплет. Вот такие вот, очень старенькая книга, пожелтевшие странички. Далее есть вот такая вот вырезка из журнала «Выкройка». Из нее можно сделать карманчики, можно сделать вот такого плана карманы для карточек, либо же для журналинга. Эти также я делала карманы из вот такой вот бумаги. Здесь также двойной листочек, можно его вот так вот сложить для того, чтобы сшить карманчик, либо же использовать вот так в чистом виде как разделитель. Далее еще одна книжная страница, теперь уже такая большая. Еще одна выкройка, но уже теперь из другого журнала. Немножко другая здесь бумага по фактуре. Дальше идет две странички, такие англоязычные, из книжки сказок. Одна идет с текстом, одна идет с иллюстрацией и текстом. Далее это карта, также из старого атласа. Вот такая двойная, тоже можно использовать ее для вставляния полностью в переплет. Далее вот такая вот карта.
тоже из старого атласа. Две бумажные салфетки, их можно состарить в кофе по вашему желанию. Один вот такой вот конверт. Далее, два листочка 15 на 15 скраб-бумаги. Один листочек 15 на 15 фактурной бумаги. Далее, также я люблю использовать вот такого плана разделители, которые идут меньше, чем формат самой страницы. Здесь будут вот такие разделители. Один и второй. Также я подготовила разные мелкие украшения. Это будет вот такой вот ацетатный лист. Далее также вот такая вот кусочек скраб-бумаги, который можно пришить в виде карманчика, как я делала, например, вот здесь карманчик. Также еще одна карточка. Также либо как карманчик, либо просто как место для записи, для журналинга. Декоративные элементы. Такие рамочки. Билетики. Еще декоративные элементы. Такие для вырезания также карточки. Снова карточки. Такие винтажные двери, карточка. Карточка-картинка, которую можно использовать в том числе и для обложки. Здесь небольшой кусочек кальки. И еще вот такой вот лист, кусочек скраб-бумаги. Как я уже сказала, этого набора вполне достаточно для того, чтобы сделать один полноценный джанковый блокнот. Осталось только состарить бумагу. И также этот набор вы получите вот в таком вот виде. Он будет завернут в крафт-бумагу с бечевкой. Также здесь у меня есть такая сургучная печать и открыточка в подарок. В принципе, все вот это также можно использовать дальше для блокнотика. На этом на сегодня все. Пока-пока!